что можно есть и пить на интервальном голодании. Голодание не указывает, какие продукты следует или не следует потреблять, а лишь устанавливает режим приема пищи. В период голодания можно пить воду, кофе и чай без молока и сахара. Кофе полезно при голодании, так как ослабляет чувство голода. Нет необходимости менять диету между периодами голодания, однако старайтесь придерживаться здорового и сбалансированного питания. Нет ограничений по количеству и типам потребляемых продуктов. Конечно, можно есть шоколад, но чем меньше потребляется калорий, тем больше веса теряется. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!